В Китае новые жертвы и экономические потери от дождя. Городские дороги превратились в реки в одном из уездов провинции Гуйчжоу на юго-западе страны. Вода мощным потоком течет среди жилых многоэтажных домов. По данным местных властей, в уезде Шицянь в результате вызванного проливными дождями наводнения 6 человек погибли, еще один числится пропавшим без вести. В целом стихия затронула более 170 тысяч человек, из которых 43 тысячи были эвакуированы. За сутки со вторника по среду в уезде в среднем выпало 260 миллиметров осадков. Дожди также вызвали оползни, повреждены жилые дома и повалено много деревьев. По подсчетам местных властей, прямые экономические потери от этого наводнения составят около 450 миллионов долларов США.